Всем добрый вечер, это я. У нас 6:05 вечера, суббота, 1 декабря. Я всех хотела бы поздравить с этим праздником, с началом зимы, всю Сибирь. И я знаю, что у вас уже сегодня 2 декабря, это получается 6:05 утра. И я хотела поделиться бы с вами. Я такую идею откопала, как украсить, как сделать украшение для Нового года. Очень просто. Не затрачивая никаких средств, я имею в виду материальных. Здорово смотрится, оригинально смотрится. Подойдет как для офиса, так и для дома. Для дома, да. Ну, наверное, сейчас я начну. Что нам для этого нужно? Нам для этого нужно обычный журнал. Вот. Журнал у нас есть. И как это все нужно делать? Смотри. И вот этот вот кончик, который у нас остался, мы подгибаем вот таким образом, чтобы он у нас вот таким образом. И получается у нас уже вот такое начало. Далее мы берем еще одна девчонка. Ну вы не обращайте внимание на девчонок, вы обращайте внимание на то, как делать. Далее мы опять же делаем так же, да, загибаем эту часть. Загибаем, загибаем, загибаем двумя руками. Соус у меня здесь стоит, бутылка минеральной воды, и еще зубочистки, убираем все. Загибаем, хорошо вот так проглаживаем. Вы, конечно, двумя руками работать будете. И снова загибаем. И вот таким образом вовнутрь заправляем. И вот у нас опять получилось. Ну, что это вам напоминает? Правильно, это нам напоминает. Вот. Нам напоминает вот такую елку. То есть после того, как мы согнем все-все-все листики, таким образом, как я вам показала, мы получим вот такую елку. Конечно, елка без звезды — это не елка, поэтому нам нужна звезда. Я нашла звезду. Ну так вот, конечно, какая елка без звезды, да? Но звезда у меня была. Звезду я просто взяла обычную подстругалку, она была в виде звезды, такая желтенькая. Я ее просто поставила наверх. Но так как у меня коты, и они разбушевались, я занимаюсь украшениями, я нашла просто вот такую вот красивую цепочку, не знаю, как бы бриллиантовую, да? И вот такая красота. Можно под эту елочку даже ставить подарки. Шутка. Это у нас как сувенир. Подарки? Ну, какие подарки? Что мне можно тут, например?
Ну, конфетки какие-нибудь. Мне это не надо. Еще конфетки. Вот. Вот такая вот получается елочка самодельная. Мне очень она нравится. Она так смотрится оригинально. И мужу нравится. И все вообще в восторге от этой елки. И очень проста в изделии. Просто вот так сгибаем листочки, как я уже вам показывала до этого. Согнули, сделали. Вот такая получилась у нас елка. Всех с 1 декабря. Всех с наступающими праздниками. С Новым годом. Я вас всех люблю.